Кинотеатр «Киномакс» в Волжском снова подготовил для зрителей сюрпризы о новинках и акциях прокатной недели в нашем следующем сюжете. Каждую субботу в кинотеатре «Киномакс» проходит акция «Нон-стоп». За 300 рублей можно увидеть три разных фильма. 13 сентября на «Нон-стопе» у нас будут новинки, такие фильмы, как «Самый опасный человек», «Люси» и «Ровер». Главная премьера сентября – фильм Люка Бессона «Люси». «Люси» – это новый фантастический боевик, главная героиня которого из обычной девушки за один день превращается в смертоносное создание со сверхспособностями и интеллектом. Давайте узнаем, какие еще фильмы приготовил кинотеатр «Киномакс». Для детей мы можем предложить мультфильм «Почтальон Пэт» и фильм «История дельфина 2». 11 сентября стартуют сразу два боевика «Самый опасный человек» о шпионских играх и «Ровер» – драма «Герой-одиночки». Для любителей мелодрамы и комедии – фильм «Пряности и страсти». Билеты для детей до 6 лет включительно можно приобрести со скидкой 50% на любые фильмы в любое время и в любой день недели. Учащимся с 7 до 23 лет можно приобрести билеты 2D по 120 рублей и 3D по 160 рублей. С понедельника по пятницу до 7 часов вечера. Пенсионный билет стоит 50 рублей 2D и 150 рублей 3D с понедельника по среду. Так как «Киномакс» очень интересный репертуар, я решила посмотреть фильм «Люси». А дайте мне, пожалуйста, один билет на вечерний сеанс.